Кел'Тузад уничтожен, но это я должен был отомстить ему за Синдарай. И чего бы ты добился? Разве месть изменила бы судьбу твоего народа? Нет, я лишь... Значит, ты искал воздаяние не для них, а только для себя. Я не был в Лунасвете, когда он пал, когда я был ему так нужен. Я не могу себе этого простить. Выходит, ты жаждешь не мести, а искупления. Ты совершил много грехов, Кельтас, солнечный скиталец. Но гибель Лунасвета не на твоей совести. Покайся в грехах, а за это себя прости. Возможно, ты права, обвинительница. Мне надо многое обдумать.